Шалом, шалом, шалом моим друзьям, драгоценные, любимые, невеста Христа, мудрые девы, Церковь Божия, спасенные народы, спасенные, как головня из огня, ко всем это Бог обращается и всех любит, и всем говорит. Этот ролик будет очень коротким. Буду делать по 10-15 минут, не более. Будем говорить о духе, о посте, а потом о Духе Святом. Сейчас будем говорить о посте драгоценной. И вот как раз место Писания одно. Это все, что мне Дух говорит Святой. Смотрите, оно у меня подчеркнуто. Вся моя Библия подчеркнута. И не говорите, что я с интернета наслышалась, драгоценные. Смотрите. Это мне Бог открывает. Я всегда вижу вот так перст Божий, который мне говорит, читай. Руку Божью всегда вижу. И открытую Библию, и который мне сам указывает места Писания. И смотрите. Однажды мне Бог вот это место показал. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мирт, и это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое. Я была терновником, и Бог возрастил ко мне кипарис. Я была как крапива, и Бог возрастает во мне мирт. И еще, пока перейдем к посту, еще одно коротенькое место Писания. Смотрите, драгоценные, вот это все мне Дух Святой открывает, смотрите. Все обчеркнуто, обведено. Это к римлянам, это к нам, это Новый Завет я читаю. Не говорите, что не надо ехать на энкаунты, драгоценные. Смотрите, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Мы должны устами исповедовать. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего, драгоценные? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Я ж не шутки вам тут шучу. Я ж не рассказываю тут анекдоты, открыла свой канал. И анекдоты рассказываю. Да, у меня был канал, там пару роликов осталось. Я очень вкусно готовлю, очень сильно люблю готовить. У меня все так прекрасно получалось. И холодцы с лебедями, и салаты, забыла, как называется, вот подснежники и снег. Тиффани. Все прекрасно, идеально, и лебеди получались, и эти подснежники, и что хочешь. И Бог мне сказал, говори слово мое, я увидела сновидение, что я красиво одета, а босая. Видите? Поэтому у меня вот обведено, смотрите. К римлянам, 9 глава, 10 глава. Как прекрасны ноги благовествующих мир. Это обувь наша. И вот в конце. А Исаия пророк, но это к римлянам, смело говорит, меня нашли не искавшие меня. Я открылся не вопрошавшим о мне. Это я. А в другом месте Писания есть написано, помилованная, непомилованная стала помилованной.
Я помиловал непомилованную, Бог говорит. Я ищу даже как отверженного не отвергнуть. Это я была непомилованная. Это я не искала Бога, драгоценные. Я не жаждала, не просила и не мечтала никогда, чтобы мне попадать на небо. А когда я прочитала на энкаунтере, учат, как бы и головою, а не хвостом. Написано, оставим начатки учения Христова, перейдем к совершенству. Вот это на энкаунтере этому учат, как преображаться в славе Божьей. Как оставить низкую самооценку, мы созданы по образу и подобию Божьему. Вот это все учат на энкаунтере, о чем я не знала. Ни в одной церкви мне такого не преподавали, не говорили. Только пугали наказанием и судом Божьим, а любви к Богу не привыли и вере в Бога не привыли. Потом я молилась сильно, целый месяц, когда дежурила охранником тут, в США. И у меня была привилегия каждую ночь молиться и взывать к Богу. Я сказала Богу, не пойду никуда, ни в какую церковь. Если есть твоя церковь, вышли мне навстречу, выйди. И Бог вышел. Вот, драгоценные. Я открылся не вопрошавшим о мне. Меня нашли не искавшие меня. Перейдем к посту. Исаия, 58 глава. Она очень прекрасная. Драгоценная, я уже мокрая. У нас очень жарко. Сейчас вот этот ролик допишу. И все. Смотрите, драгоценная. Это меня спрашивают, как правильно молиться. Смотрите. И как правильно молиться и правильно поститься. Я как-то целый день... Мне было очень тяжело, очень-очень-очень. Я забежала в глубокий лес, и там целый день до глубокой ночи взывала к Богу сильно-сильно. Поэтому я побежала в лес, чтобы накричаться. Это и до сих пор так делаю. Взывай громко. Исаия, 58 глава. Вот. У меня вся Библия назначена. «Взывай громко», а эта глава называется «Пост, неугодный Богу, истинный пост». «Если разделишь с голодным хлеб твой, то Господь будет твоим вождем». «Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе, поэтому я еду в лес на молитвенную гору». И укажи народу моему на беззаконие его, и дому Иаковлеву на грехи его. То Бог говорит пророкам, пророку. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, как и мы с вами делаем, да? Желают приближения к Богу. Кто ищет правды и истины и приближается к Богу? Почему мы постимся, а ты не видишь? Мне лично многие это пишут и звонят и говорят. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот в день поста нашего... Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. То тут тебя висит заколи, то там висит заколи. То ты музыку мирскую слушаешь, а то вообще авваочи, там музыки нету. То у тебя что-то там, то у тебя что-то тут, друзья. И требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь. Поститесь для ссор и распрей, и для того, чтобы дерзкой рукой убить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Надо поститься так, чтобы голос наш был услышан на высоте. Как это? Вот, читаем.
таков ли пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, да, который 3 дня не кушает и не пьет. Бог говорит, таков ли пост я избрал, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает по себе рубище и пепел. Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост. Смотрите, у меня вся Библия расписана. Не говорите, что я с интернета набралась. Смотрите, я даже пишу в Библии. Кроме черновиков. Не говорите, что я с интернета наслушалась. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды. Развяжи узы ярма и угнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ярмо. Отпусти своих угнетенных на свободу, отпусти, прости всех своих обидчиков, дорогой, дорогая. Оковы неправды развяжи. Разреши оковы неправды. Всякая махинация, всякое скрытое от государства. Женщины не выходят замуж, чтобы получать деньги, как одиночка, мама-одиночка. И живут с бойфрендами. Разреши оковы неправды, или разведись, или распишись. Развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу. Прости всех, помилуй, благослови. Любите врагов ваших, молитесь за обижающих вас, благословляйте проклинающих вас. Вот это пост. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Это родные по крови, твои братья и сестры просят тебя что-то, помоги. Просят одолжи деньги, не требуй обратно. Смотрите, тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Я как прочитала это, и я начала до всякой детали исполнять этот пост, а не тот, что мы желудок свой в голоде держим. Я прочитала, да? Не буду повторяться. Кто не понял, нажимайте паузу, возвращайтесь назад и опять читайте. Или берите Библию и сами читайте. Смотрите, у меня написано «пост». «Пост». Вот написано. Давно мне Бог это открыл. Я давно уже таким постом пощусь. «Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет». И правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя, как меня сопровождает, но еще несовершенная. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет, вот я, это у меня, Бог на мои молитвы сразу отвечает, сразу, на второй, на третий день, на следующий день. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет, вот я. Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, из среды твоей, это твой дом, машина. Перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительно, драгоценные верующие, кому вы где пишете плохие комментарии. Это для вас написано и для меня тоже. Удалите из среды всякое ярмо, написано. Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, то все нечистое, всякое нечестие, удали всякие статуйки. Если ты не знаешь, что они означают, удали всякие видеофильмы, кассеты мирские, удали.
Там много чего может быть. Перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительно, превозноситься друг над другом. Плохие комментарии, этот христианин, ты говоришь оскорбительно. И отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца. Вы знаете, что это значит? И отдашь голодному душу твою. Стой в проломе за твоего неверующего мужа. Муж, стой в проломе за твою неверующую жену. Отдай ей или ему душу твою, отдай. Душу твою отдай твоему неверующему мужу. И напитаешь душу страдальца. Мой муж сильно настрадался, сильно. То отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень. Аминь. И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою.